Выставку «Польша. Архитектура» участникам церемонии открытия представил искусствовед Ежи Маевский. Мужчина признается, он редко встречает людей, которые были бы влюблены в архитектуру так сильно, как он сам. Но вместе с тем красивые и необычные здания привлекают внимание практически каждого. Особенно если за строением есть история. И смотреть на такие здания и рассказывать о них тогда – одно удовольствие. Сегодня очень много очень хорошей архитектуры строят. И есть такие города, которые они имеют очень много хорошей современной архитектуры. Но есть тоже места, которые они есть как музея, архитектурный музей. Выставка далеко не первый творческий проект, который реализуют в Бресте представители страны-соседки. Такие мероприятия помогают наладить диалог и лучше понимать друг друга. Мне кажется, что это будет интересно брестчанам посмотреть на выставки, на концерты, которые привозим здесь, в Брест, из Польши. Это во-первых. Это хорошо познавать один одного, да? Тем более, что мы соседи, и то очень близкие соседи. Во-вторых, я долгое время работал в пространстве культуры. Поэтому это мне лично это близкие очень. Так что, может быть, и для этого я хотел бы показать то, что мне близко. Увидеть экспонаты, представленные в рамках выставки, у брещан и гостей областного центра возможность еще есть. Экспозиция в фойе кинотеатра «Беларусь» будет функционировать по 30 апреля включительно.